Полную версию интервью смотрите после основного выпуска новостей. А мы продолжаем. Ночью 1 февраля столбик термометра вновь опустился до минус 30. Ждать ли междуреченцам изменений в погоде? Может, выходные порадуют? Смотрим далее. В выходные дни продолжится влияние антициклона, поэтому будет также морозно и без осадков. В субботу днем по области температура 12-17 градусов, по югу немного потеплее, минус 2, минус 7. Ночью столбик термометра понизится в основном по области до 18-23, по югу до 28. Ветер южный, слабый, без осадков, и местами будет наблюдаться изморозь, дымка, дым. В воскресенье днем температура минус 3, минус 8, местами до минус 15. И ночные отметки по области в пределах минус 20, местами до 28.